Так, пацаны, в общем, такой смысл. Решила, короче, залететь к Ахмеду. Сейчас посмотрим, как попадем. Просто по рофлу. Пока ты Каточку его банишь, сыграем. все, я не даю Сыграем тебе права каточку его по рофлу. банить. Это будет ответочкой, короче, Ахмеду. Если Ебать. он запишет на меня такой видосик фановый, который ему заказывают, как правило. Блять. Чисто, Вот чисто это по-братски, вообще по-дружески нахуй. сыграть. Я хочу его похитить. Сейчас возьмем какого-нибудь персонажа, похитить и посмотреть эмоции. Ну Плюс давай. также, если... О, меня кикнули. Пиши, брат, пиши еще что-нибудь про A few moments later. Так, О. короче, чуваки, в общем, Братка, дубль пиши. 2. Дубль 2. Первая тема, меня, короче, покикали. И сейчас в Давай итоге тогда тебя кинем зашел, не знаю, нахуй, ну чем они так, знают, что так это и я, и, возможно, не получится жестко чтобы он точно захейтить, проиграл. но, попробуем сейчас все-таки захейтить. Возьмем какого-нибудь персонажа чисто, чтобы можно было подхейчивать, и будем бегать, просто бегать и задушивать, не знаю, и потом посмотрим, как получится по фану, видос или нет, и я постараюсь еще включить нарезки. Нарезки, которые у нас будут, так сказать, с его стрима. Если в случае, опять-таки, я это говорил ранее, если в случае, если у него выйдет видос. Так, а что там? А, Алрандом. О-хо-хо, Бунти Хунтер. Нормально, нормально. Бунти Хунтер выпал. Алрандом. Хорошая, хорошая Алрандом. Можно будет побегать, похейтить немного. Инвокер и Тини там на АР пацанам выпало. Ну, кстати, хорошо, что Алрандом выпал у нас. И на самом деле это по кайфу. Ну, что, попробуем тогда по догончику похейтить, да? Вокера можно. Можно и Вокера, в принципе, взять. Тут и проблемы на Вокере не будет. Вокера, если хотите, я могу на Вокере тоже пойти. Могу на БХ. На БХ разницы нет. Разницы нет. Так, let's go тогда. Баунти Хантером. Посмотрим, что у нас будет. Погнали. Закуп. Пойдем на низ. Я низ. Я низ пойду. Давайте я сразу закрою его стрим, чтобы было все по чесноку. Покажу, что закрыл. Так, я это закрываю. Все, я закрыл. Смотрите, вот все вкладочки закрыты. Отлично, чтобы не сказали, что там стрим снайпер или тому подобное. Будем просто, опираясь, так сказать, на наш третий глаз. Ух, у меня так подлагивает что-то. Запись стоит. Я не успеваю на руну. Хорошо. Опираясь, так сказать, на чутье, на третий наш глаз, будем пытаться поддушивать. Возьму догон для хейта. Так, надеюсь, успеваю. Успеваем, успеваем. Оп, отлично. Крысиный. Крысиный, так сказать, крысиный патруль в действии. Попробуем захейтить. Попробуем просто захейтить. Будем догон собирать. Короче, в любом случае догон. И будем стараться Магнуса находить именно. Догонить его. Это же, так сказать, катка с стримером. И поэтому попробуем немного похейтить Ахмеда. Ну, пусть немножко погорит. Если он выложит видос, как я уже говорил ранее, со мной, то я, конечно же, этот контрпикну, этот видос, и будет интересно посмотреть тоже на его, так сказать, на его реакции, на наши реакции в целом. Так, ну он, походу, на центральную пойдет, да? Но я тут подфармлю. Да, он на центр пошел. Хорошо, ну джагу я без фарма оставлю, бро. Сори, я фармлю и уйду на роум. На роум. Будем через догончик в любом случае. Так, тролль пришел. Очень хорошо будет, если я тролля еще захейчу. Здесь в этой катке. Хорошо. В общем, катка, ребятки, это будет относиться в любом случае к зарубам стримеров. Надеюсь, никаких вопросов не будет глобальных по этому контенту. Поэтому, ребятки, всем СПС, кто смотрит, кто ставит лайк, кто от души, так сказать, проводит время на этих видосах. Реально, видос будет интересен. Неважно, победа или луз, я играю именно по фану и на контент. Строго на контент, чтобы вам нравилось. Зарубы стримеров, это всегда интересно. Также пишите, может, в комментариях еще с кем-то может сыграть. Можно будет на зарубе стримеров. Так, вторая минута, берем сапожок. Третий левел бы было бы хорошо. Но если сейчас тут будет мани, то будет нормалин. Будет нормалин. Внизу руну я законтрю. Я сам, говорит. Ну, это плохо. Плохо напишем, потому что я потерял время, экспу. А, инвиз вообще. Тинику отлично зайдет. Го, может, ТП на мид сделаем? Или фармим до победного? Оп. А давай примем его.
Он сам суицидится, но я то самому кину. Оп, хорош. Так сказать, пофидим Баунти Хантера. Ох уж этот жандар. Но мы, если честно, жандар мне проплатил. Чуть-чуть так копеечку кинул. Так и говорит, Хен, ну ты там с Нагингом поиграй, давай я тебе задоначу, я пофижу, короче, по хейте. Старт хороший. Бэшку взяли, побежали. Но он что-то тупанул, он не думал. Ну, Джага молодец, кстати. Крутилку качнул. Катку нагнул. Так, хорошо. Возьмем арбу. Давайте возьмем вот так вот. Курочку. И я возьму Аквилу сразу и постараюсь орбу тут поднафармить сейчас. Аквила. Оп, хорош. Сейчас Аквилу туда фармим. И орбу надо будет. Бедный Джага ничего не добивает, к сожалению. Он автоатачит. Ой, крит какой. Хорошо. Здесь курочку сейчас возьмем. Вот так вот. Вот так вот берем. На пол дропается. Поднимаем, собираем. Все, найс, Аквила есть, можно поесть. Че там у него? Магнуса пол хэпой. Нифига себе. И четвертый левел. С четвертым левелом пойдем. Брат, давай задушим его. Давай, поблочь. Поблочь, я профессионал. Оп, тосик кину. Хорошо. И на замедло есть. Все, братца, оставляем на... Я ушел. Роум. Все, погнали. Отлично, нам пофидели здесь. Нам пофидели. Руну. Руну заберет. Все, погнали. На центральную похейтим. Первое, что мы сделаем, это сейчас фазы. И с фазами начнем в догон выходить. На топе плотный какой-то лаун. Лаун. Хорошо, не даун. Так, там рега. Там рега. Давайте аккуратненько, если что. Аккуратненько. Я вот тут сейчас могу под крипами спалиться. Давай засыпем, брат. Засыпай. Оп. Хорош. Захейтили. Один в копилочку. Имеется. Интересно. Интересно. Интересно посмотреть будет его реакцию. А, вовремя, пацаны, четко. Я стики не нажал, что-то хз, не нажались. Его реакцию с этим, так сказать, хейтом, если что, вставочка тут уже, возможно, была. Просто я буду вставочки вставлять, посмотрим, как он. А, блин, вот он, крыса пришел, там, знаете, что-нибудь такие комментарии. Интересно будет посмотреть эту контору. Так, гоу здесь. Можем смело, брат. Смело можем, брат. Го, пробуем. Любого. Или этого хотя бы. Без разницы, дружище. Вот это плохо он сделал. Но Джага, если сейчас, мне кажется, надо было ближнего. Или я поторопился, или он немного не догрел интерес. Интересно, там он взял сентрики? Там сентрики по-любому надо. В любом случае. Нет, не брал, да, сентри? Сентри не брал. В центре надо на топ еще сбегать будет. Давайте чуть-чуть постоим, пофармим. Шестой левел, глядишь, апнем. Ну-ка, сейчас клоку надо зарядить. Или крипу зарядить. Если крипу зарядим, тоже будет хорошо. Она не подставится. Гошакал, говорит. Оп, хорошо. Топорик можно, кстати, продать. Блейды купим вторые. Оп, отлично. И ТП-шечку надо. ТП-шечку надо. Сейчас ТП-шка на... не тикает. Экспу под стилем у Джаги. Хорошо. Джага молодец, что оставил, не быковал, так сказать. Оставил экспу. И это очень-очень хорошо, потому что экспа тоже очень важна Баунти Хантеру. Чем раньше шестой левел мы откатим, тем лучше. Брат, давай душить его. Или я сам задушу. Киник, брат, ну кинь, пожалуйста. Йо-йо, тини, брат, тини. Засыпь. Ползы сразу. Ну, я, видишь, танчу. Жесть. Я, ну, на самом деле, я рассчитывал на тини, но он очень криворуко все нажал. И я ни экспы ничего не получил. Ну, ладно, ничего страшного. Спишем эту ошибку на свою ошибку. Ну, слишком сильно понадеялся на тиммейта. Но ничего. Ладно, пойдет. Ну, хреново он нажал. Максимально хреново. Максимально хреново. Там 200 маны. Седьмой левел.
У него 7 левел там. Но он уйдет. Еще можешь, кстати, на развороте поработать. Давай, давай. Оп. Хорош. Захейтили. Ой, блядь, пидорасы, сука. Хоть один, блядь, ТП дайте, сука. Дайте, сука, ТП. Хоть один. Я, блядь, думал, убью кого-нибудь. Там плавал, никого не убить. Так, ну там, по идее, Рудги еще будет, да? Аккуратно надо. Где-то тут поджить надо немножко и в инвизии идти. Потому что, возможно, тут где-то будет сейчас пуш еще. Потому что на топе никого нету. Опасно, очень опасно, ребят. Все, возвращаемся на исходную. Есть нулик у нас, догон, поехал догон, и максимально сейчас попытаемся отроумить. Никого нету на карте, очень опасная ситуация. Все, побежали на Б, очень много времени теряем. Так, курочку себе сразу направим. Хорошо. Курочку себе направим, говорю. И погнали роумить. Роумить. Хорошо, рекуру. Рекуру. Отлично. Вот, чак, гангать. Треки есть. Треки есть, пацанчики. На низ даже, низ го. Низ пойду. ХП поднимем. Все, погнали. Давай, 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 давай. Опа, трек успеть кинуть. Не успел. А, успел трек кинуть, да? Хорошо, давай, давай, давай его тоже. В него просто тоснуть что-нибудь, он умрет. Так, ну я его догоняю сейчас. Только в 20% встать. Байтит, да, типа? То я заберу, спасибо. Окей. Окей. Есть плюс на него? Или я его через крипов убью? Я его через крипов могу убить. Брат, давай в темпе, не блочь крипов. Убьем же ж. Прям под тэшку заходи, не бойся. Ну, хорош. Давай, 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 дружище. Задуши его. Хорош, сюда. Отлично. Еще один есть тут. Его тоже можем. Нормально он мне, кстати, кларетку подогнал. Спасибо, жандар. Ну как, договаривались, бро. По донату. От души. Так, есть. Интересно, где там Рудге бегает? Правда, плохо то, что я весь фарм оставляю. Это очень плохо, но ничего с этим не поделать. Иду. Еще с этим не поделать. Поставим сейчас трек. Хорошую музыку поставим. Интересно. Да, смотри. Нет, не пойдет. Ну, почти. О, клок идет еще, нифига. В центре есть все. В центре есть. Хорошо, я понял, услышал. Вот здесь руна сейчас будет. Посмотрим. РПХа минус. Ну там ошибка максимальная от тиммейтов. В центре жандар носит. Да, вижу, вижу. В центре. В центре есть. Гоу. В центре поставил. Он в центре поставил. Да, все, возбудился. Гоу. Побегаем. Главное бегать, все остальное приложится. Главное бегать. Только меня не кидай, пожалуйста. Давай, 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 давай. Чисто на дистанции. Ля, тини, конечно, у нас божественные, походу, да? Так, ну есть золотишко. Хорошо. Золотишко есть. Главное, чтоб меня не начали там хейтить. Оп, хорошо. Так, у Магнуса РПшек нет. У меня ХПшки нет, на самом деле. Я бы сбегал бы домой. Давайте дропнем. Догон, если честно, поздноватый будет. Я вот как фармил, фармил и бегал. Фармил и бегал, нормальная тема была. А сейчас что-то, знаете, припустился. Сейчас топ. Приду. О, там пуджанчик убивается. Давайте. На Б. Магнус идет к вам. Да, у него там хаста, он очень быстрый. Так, ну джаги ГГ в любом случае. Джаги ГГ. Может на низ пойдем пофармим просто. На топе. Да, лучше погнали пофармим. Через ТП. Пойдем. Заэкспимся, пофармим. Поэкспимся.
Пофармим. Главное на Пужани не натыкаться. Вот этот пацан Клаку сразу взял. Сильно, сильно Клака сразу. Ну, ждем плюса и убиваем. Хорош. Какой левел у Клока сейчас посмотрим? У Клока 6. Клока 6 левел, это плохо, там хукшоты будет. Что-то это страшно. Инвиз раскачай, чтобы фейт тайм. И я буду сейчас брать 2-3, 2-3, 2-3. На next двоечку возьму, мне нужно фейт тайм немного улучшить. Дагон еще не скоро, походу, будет. Пойдемте на руну сходим. На руне возможно. Магнус пошел, Магна. Магна на топ. Они леса, что ли, колодят? О, дабл дамага. Хорош. Жди. Жди, жди, я дам. Я дам вижен. Жди. Погнали. Погнали. О! Дай трек кинуть. Опа-ча. Опа. Но этого я забираю, по идее. Бегает, бегает вокруг. Дайте вот так. Хорошо, этот наш. Этого тоже заберем сейчас. Давай, брат, работаем. Оп, хорош. Догончик имеем. Догончик имеем. Да куда Б? Ты шо, Б не надо. Это, кажется, байт был спланированный. А мы повелись. Но ганг превратился в ганг. Знаете, такое называется у нас дело. Хорошо, что ДДшка была. Очень хорошо Дестра подконтрили. У меня крит первого левела, что сделать. Так, догон есть, будем хейтить сейчас. Хорошо, давайте еще, может, вардик возьмем. Давайте и ману еще возьмем, да кучи. Арбу мы скидываем, арба нам уже не нужна. Сейчас кто ТП дает, в принципе, сразу принять можно. Вот здесь вот неизведанный лес, надо идти. Потом мы дрочим, крипимся. А стоим на месте. Хорош. Отлично, есть догон. С догоном можно будет уже поагрессивнее, повеселее. Есть. Все, go. Let's go. Vision даю, нафиг иду. Надеюсь, пацанов Vision'а тут нет. О, вот тут. И вон. Вот этого давай? Или нет? Вот тут, значит, тогда. Go. Дестра. Можем смело, по-моему, под тиником. Давай, 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 тини. Тини. Опа, астрал даешь или нафиг идешь? Тини, брат, прыгать будешь? Тини стоит, а что-то тини такой, сонненький немного. Сонноватый тини. Сонненький. А, долго, тини долго работает. Он должен первый инициировать. Догон я не тратил. Первый инициировать должен. Боится. Боится, нафидит. Не бойся. Прыгай смело. Хорошо. Ой, не добил. Так, догончик. Но мы все никак не дошли до сюда. Надо идти прогуляться. Чай нет, лагает, говорит. Там Магнус фрифармит. Надо его искать, вот он. Вот он. Он фрифармит, пацани. Кнопки нажмешь, брат? Опа. Есть, сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это меня захейтили. 5 героев сразу. Ну, печально. Если честно, я пока закупался, я не видел, что там пуджи пришли. Да, да, профессионала Манкина. Сейчас я с Даггером буду вас когда ебать, посмотрим. Кто как поговорит, кто там пукать будет с хилами своими. С инвиза. Серьезно? Наши деньги. На, серьезно. Печально. Ну, так сказать, отомстили сразу. У нас Джага фармит все. Го по лесу. Завардимся. И будем душить. Жесть, что-то меня обоссали. Молодцы. Сразу среагировали. Молодец, инвокер кнопки хорошо нажал там. Киник немного афкашит. Сейчас соберемся, будем додушивать. Тролик, лакомый кусочек. Лакомый.
Смарт-редка тоже фармит. Все, погнали. Сейчас, скорее всего, по низу. Дагон ресипи. Второй дагон стики я не успел там никак нажать. Все, погнали. ТП-шечка. Let's go. ТП-шечка и let's go. Там в теории еще же СС-шку могут дать. СС-шка. Давайте 12-й, 11-й добьем. Да не будем в лес нырять. Идем. Магнус на топе. Надо пойти вард поставить. Аккуратненько. Вот здесь может быть центр и опс по центру. У нас коры пока что фармят. Немного пассивненько все. Надеюсь, тут не под вардами сейчас пройдусь. Будет все огонь. Так, вот тут самое опасное место сейчас будет. Я один тут вообще. У меня дамага не хватит соло убить кого-то. Соло убить кого-то не хватит дамаги. Крипы тут оставили. Так вот сделаем. Будет плюс. Давай задушим. Хорош. Все, уходим. Нормально вартом поставим. Отлично. На руну, конечно, опасно выходить. Нужно. Я сейчас дагер буду брать. Давайте третий догон оставим и дагер. Надо брать. Оп, хорош. У меня догон КД. 5 секунд. Левел там очень высокий у Магнуса. Очень высокий. Оп. Трачок сюда. Клок он ходит. На низу никто не фармит. По лесу пройтись. Блок 1000 хп. Давайте пуджа захейтим. Топ, сейчас приду. Ждите. Кто там иншокер? ССшку может дать за душу. У него клоака тоже, блин. Плотный очень. Там очень аккуратно они тоже играют. Понимают, что можно встрять. Блок фармит. Фармит, но сейчас Кату будет лос хитить. Брат есть, кнопочку сбить. Хорош. Пойдет. Пойдет. Тут, наверное, сентри есть по-любому с обсервом, да? А, нету, хорошо. Хорошо. Что там догончик? 9 секунд. 9 секунд догончик. Но Магнуса, если честно, не ловим. Соло я его не пробиваю. Слишком много у него там хп. И левел очень высокий. Он фармит. Мидас есть. Можно поесть, как говорится, знаете. Фармит. Мидас и есть. Все, можно поесть. Надеюсь, тут центрика нету. Если тут есть центричок, я умираю автоматически. Вот здесь постоим. Вижен подаем. Оп, аккуратненько. Вот так вот. Тиник пока ломает. Я постоянно муваюсь, если честно, я не могу поймать никого. Он Дестер. Го его. Дестер, го. Он кто-то пошел еще. Он сейчас, по идее, заастралит Мартредку. Хорош. Есть такое дело. Я на базу пойду схожу. Заберу тинику, не буду оставлять уже, он далеко там фармит. Надо их лес идти. Перефармит же. Надо похитить немножко. То два раза забрали и все, не забираем больше. У них лейт, по-моему, покруче будет. О, 14 левел у него, нормально. Че, мидасы поехало. Пока что 1-3 бегает, но в целом камбэкнет, думаю, он в центре. Опсы, в центре. Хорошо. Давайте вот так сделаем. В лесок можно сейчас нырнуть будет. Че у него там, дагер только? Дагер. Есть Магнуса, гоу. Гоу, 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 тини. Прыгай, давай кнопку. И я не успел, да? Понял.
Ну, Тини, если честно, так что-то переживает. Переживает. Не захейтили. Плотный, слишком высокий уровень там. Уже много на Apple. Мидас студию в такой катке просто фармим и все. Правильно делает, тоже по-умному. А Тини боится его. Тини боится его. Тини боится. Тини побаивается. Кнопки жми. Хорош. А вот тут сэндрит гнем. Нету ни хрена, да? Хорошо. Ну, пока что роумим. Вот эшку побьем, пацанчики. Он Магнус. БКБ-ху, наверное, делает или чё? Мифрил. От инвока БКБ-ху. В любом случае, в лейтгейме они не потянут. Я более чем уверен. Не потянут. Но именно под Магнуса могут потянуть, если будут какие-то жесткие сильные кнопки. Это будет очень страшно. Лозы коннекшн. Но без кора будет тяжело, конечно. Мартретка все равно что-то да будет делать. На джаге не потянем. Да, на джаге не потянем. Надо пушить. По чуть, парни. Не знаю, как там инвокер будет себя чувствовать. В принципе, я себя нормально в этой катке чувствую. Кора, я не знаю, собираться. Ну, посмотрим. Если сейчас катка будет приобретать максимально тяжелый вид, будем собираться в кора дополнительно. Будем. Но там тролля с руки перебивать. Клока-то могу. Жесть они понафидели. 0.5, 0.4, 1.3, 1.3. Ну, 1.3 еще ладно. Типа, это не максимально фит. 1.3.4 нормально. 0.4, 0.5 без ассистов такое. Ладно, го кикать, что делать. Го кикать. Что делать? Уж надо, пацаны. Блин, я догон собираю и в дамагу собираться такой. Посмотрим сейчас, как будем. БКБ-ху тогда сделаем сейчас. С БКБ-хой сможем клока убивать. Дестра еще дополнительно. Возможно, сейчас скоро переодеваться будем. Я-то думал тут с догоном похейтим. Порофлим, но видите, как получается. Да и тоже хейт, рофл, догон. И я не захейтил так максимально, как хотелось. Он знает, видите, даже потенциально, что я там бегаю. В центре один раз забрали. Еще один раз забрали, и все. Там он один раз где-то сам умер. Тиник у нас странноватый. Все, Мартретка покидает нас. Гоу-гоу-гоу. Мартретка покидает. Дагон в любом случае забираем. Вот так сделаем. С нее шмоток возьмем. Яшу. Я Яшу возьму. Яшу возьмем. Что делать? Яшка. Догончик мой висит. А БКБ-ху начнем делать. Что там Дестер? Сентриков много очень. Сентриков очень. Кто там? Еще кто-то пошел. Возможно, сейчас там весь гей-парад пойдет. Опа, сентряк нашел. Ну, на подходах сентри, это понятно. Этот обсерв хорош у нас. Магнус пришел фармить. Магнус фармит. Сентри идет ставить. Надеюсь, не спалюсь сейчас. Оп, спалился, да, уже? БКБ Магнус, да? Хорошо. Лучше там еще. Пуш. Тролль идет. Тролля можно будет вырезать сейчас где-то вот здесь. Вот. Пушьте. Тролля где-то вот здесь сейчас можно будет вырезать. Вот тут сентряк стоит, вот тут скорее всего. Тролля можно будет быстренько. И бежать. Волосы назад. Хорошо. И бежать. Волосы назад. Я Б, парни. Вон, или го. Дагон, в принципе, у меня только дагон есть, и все. Даст есть.
Пуч. Хорош. Сори, ну маны не было, только нажал. ЛТшку. Отлично. Так, нужно подфармливать, ребятки. Нужно немного переигрываться. Как бы одним и киллами с догона сыт не будешь. Нужно все-таки что-то подфармливать. Так что гоу сейчас манту отдаст. ПшечкиЕго на базу ТП. Пойдем пешком. База ТП. Хорошо было бы даггерш скупить. Сколько у него там ХП? 1500, ну много ХП. Так, погнали, пешком. Так, арбу возьму, сразу, чтобы ничего не потерять. Первая манта, а потом дальше пойдем. Они леса колотят. Тут сентри. Дестер ставил. Вот Дестер. Да, убивайте. Сейчас Магнус, правда, может меня прыгнуть здесь. Магнус может. Оп, хорош. Хорошо. Магнус может суету навести. Вон он, Магнус. Если он прыгает на него, Тиник, он умирает автоматом. Тиник автоматом. Ой, Тиник. Магнус автоматом умрет, если... Он купил. Вижу. Центр есть? Давайте в центре прочекаем за счет крипов. За счет крипов. Он пошел фармить, возможно, там кнопки есть. А что, это не мой? Манта ставил эти... А, у меня же яшка не сложена. Хорошо. Гоу. Мне дадите? А, ладно. То есть все. ОТ-шку. Дагон манта чисто такой. Колхозник на Озесе получается. Так, погнали. Сейчас сентрей тут нету, это стопроцентно. Я только что прочекал, если только не обновили. Этот пуджик, если что, на пятерке держим. Кнопочку. Сусы, блин. Магнус. Опа, есть. О, но мне конечная будет. А есть аваланж, брат. Хорош. Оп. Ох, не хватило маны, прикиньте. Но трайк бы кинуть бы еще хорошо было бы. Не могу, маны нету на трек. Его душить. Браконьеры чисто, бежим за ним. Оп, хорош. Сюда, гол, Т2. Нормально так подхейтили. Пойдет. БКБ почти есть. БКБ must have, чтобы ману не сжигали мне. Хорошо. Так, ну, надеюсь, там есть места, куда вставочки пихать. Надеюсь, Ахма не обидится. Не обидится. Но у них на самом деле по жести как порасфидели, пацаны. Опа. Прыгай, Тини. Брат. Тини боится. Жесть просто. Так, ну Магнуса нужно бояться. Как и раскидываем. Магнус сейчас реснется. Надо тэшку заколоть. Не, уже походу не успеваем. Пусть Джага лупит. Маны нету, только треки могут дать. Хорош. Есть БКБХ. Б. Жесть, у меня на самом деле лютая хорошая команда. БХ в такой катке отлично играется. Не знаю, молодцы. Горец, ХП и атаку. Парни, излайм. Финик заберет, да, ботл есть? Нету ботла, я заберу. Гоу, есть БКБХ, сейчас будем наглеть прям. Прям в наглую будем забегать и драться. Я там Пуджа убиваю, Клока убиваю. Ну, парнишка на тролле вообще потерянный, конечно. Парнишка на тролле потерянный. Джака молодец, что-то делает. Так, пойдет. Опа, есть. Стики в помойку.
А вот так сделаем. Так вот замутим. Чуть-чуть подцентрим, подвардим. Лесом сейчас пойдем. Вот так вот, пацаны, гол. Юнис. Юнис, я вижен. Подготовлю. В принципе, у Магнуса там только Блэкинг Бар. Нечего бояться. До БКБ нажать все кнопки. У него не будет КП, чтобы подраться. Так что ГГ. Будет нормально все. Гоу-сентри подготовим сразу. Надо Аквилу выключить еще, чтобы не палиться. Чтобы не палиться. Там Момми даст, да? Кто-то фармит лес. Но я сейчас, скорее всего, тут приму кого-нибудь. Вот здесь где-нибудь, да? Или вот здесь вот. Я соло принимаю любого сейчас. Нету никого, жалко. Так, сентри. Девардим. Ага. Есть, вот так вот ставим. Ну, дефолтный вижен я ставить не хочу, потому что стопроцентно там есть вся кнопка. Поэтому надо низ. Надо низ. Блин, но если честно, дефолтный вижен очень хорошо зайдет. ХГ, дефолтно видеть это полезно. Опасно очень иду. Вот так вот сделаем. Да, есть центрячок. Аккуратно надо. Сейчас сторонки будем стоять, пусть ломает тиник. Давайте забайтим. Получится. Забайтить получится. Забайтил, да. Хорош минус даст. Оп, отлично. Но Магнус не прыгает. Ждет. Опа, вот и Магнус. Я вот этого пацана приму. Хорош. Ой, не забрал. А, пи***ю. Хотел по толпе дать. Только я обосрался. Ладно, пи***ю тут ГГ. Джиджи. 31 минута, я не знаю, жесть, как быстро задушили. Ой, ну это если что, будет видосик этот ответочкой чисто. Если Ахма на меня запилит, я этот видос тоже выкину. Также, ребятки, не забудьте внизу в описании, вы увидите его видос, если он захейтил. Ну а если у меня не было, к сожалению, контента никакого дополнительно, то я этот видос тоже выложу. Но если честно, что-то слабо там ребята задушили. У нас команда жесткая. Ну такое поставил, получился у нас, ребятки, видосик. И не забывайте, ну не знаю, поставить лайк что ли. Ладно, ребятки, все. С вами был Ксуназ, до скорого.